Ульяна уже 4 года с ракеткой в руке. Опытная спортсменка тренируется в общественной организации Уссурийской федерации тенниса. Ставит высокие цели и требовательно к себе относится. На турнире в Артеме девушка выступила в категории до 17 лет и показала хороший результат. О, заняла 2-е место, к сожалению. Недовольна собой? Конечно. Обидно, конечно, проиграла 1-е место, заняла 2-е. Кто стал первый? Киптенко София с Владивостока. Уссурийск представляли еще 2 теннисистки. Ксения Усанова сыграла только в 1-м туре. София Снег выступила в 2 категориях. В одиночном первенстве до 17 лет завоевала бронзу. В миксте до 19 лет удалось занять высшую ступень пьедестала, которую наша землячка разделила с напарником из Владивостока. В каждой группе спортсменка видит свои плюсы и минусы. Нравится и там, но, конечно же, когда играешь одной, там ответственность несешь только за себя и все. Mm-hmm. А в паре, когда там надо еще контактировать с партнером, выстраивать тактику на двоих. Уникальным событием на соревнованиях в Артеме стал мастер-класс с олимпийской чемпионкой Надеждой Петровой. Теннисистки из Уссурийска подредактировали технику и зарядились мотивацией от именитой спортсменки. Девушки уже вернулись домой и готовятся к следующим турнирам со своим тренером. А в целом у нас в ближайшем будущем это соревнования в городе Уссурийске, которые пройдут в конце сентября, в начале октября. И теперь уже к нам приедут ребята из других городов Приморья. Ну, вообще у нас в середине октября мы уже все на крытой площадке. Только у нас в городе в данный момент одна крытая площадка. Это в таком плачевном состоянии. Упорство и трудолюбие принесли нашей команде высокие результаты на турнире в Артеме. Например, в июне теннисисты летали на сборы и целую неделю тренировались в Южно-Сахалинске. Игровой сезон начался с призовых мест. Дальнейших побед спортсменам из Уссурийска желают Полина Мельниченко, Роман Адонин и Вести Лемикс.